Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. Всем привет! Вы на канале Серега Скелет. Продолжаем Call of Duty. Суки, блядь, будем гасить вас, уроды. Фашистские морды, Так, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ребят, ваша поддержка для меня очень важна. Гады бегут оттуда. Граната где-то. Вот, сука, под окном, блин. Ну давай, идите сюда, я вас тут буду ждать, Суки, вы не русские, Фашистские морды. Давай, вылазь сюда, Сука, добью тебя, гада. Выходи нахуй оттуда, выходи. Пока будем мочить их с пулемета. Посмотрим, что будет дальше, что нас ожидает в сегодняшней миссии. Так, что там? О, нихуя себе! Вот сука броневая какая-то, посмотрите. Ебать! Вот это нихуя, я контузию словил. Говорит, я веду, да? Ох, не хуя себе. О, суки. Так, нам надо обойти. Надо обойти. Так, ну-ка, никого вроде не видно. Сейчас обойдем этих ублюдков.
Этого хуеплета вычислить. Интересно. Еще один. Так, вон там, блин, сука, стреляет. Сейчас я пойду его попробую сзади. Так, на крыше не видать. А, сука, попался. Как раз он горит, видать, все живой, сука. Вот чувак вытаскивает его. А-а-а. Все, сука. Так, ну-ка, во, блядь. Вот это нихуя пушка. Нихуя, блядь. Бля, чё, сука, не стреляет-то, блядь? Да что ты, чёрт побери, пытаешься сделать, блядь? Сейчас, сука, поедем гасить, не надо, фашиста. На нахуй, сейчас будет ебашить. Один удар, и все покойники! Нихуя, блядь, не ссы нахуй. Танк, танк, нахуй, смотри, сука, ему похуй на меня, чё. Это место мне знакомо, сэр. Поверни направо, прямо в дуб! Точно, сэр! Давайте надеяться, что это работает. Спокойно, Макгрегор. Всех, блядь, перебьем. Такой пушкой, сука, расхуярим вас нахуй. О, нихуя вас тут, блядь, банда целая. Что нахуй, отъездились, урод. Нихуя пушка, сука, перегревается, блядь, нихуя не стреляет. Вот это жопа, конечно. Сюда, сволочь. Все, сюда, прибали. О, еще одна банда, блядь. Вот такая война мне по кайфу, нахуй. Уярит их, сука. Ебаных фашистов.
Ох ты, ёб твою мать. Нихуя подстрелил, сука, с гранатомета, козёл. Я его, сука, поздно, пиздец, заметил. Ну, ёбаный, сейчас мы вас, сука. Научим, сука, России любить. О, нихуя, блядь, давай, хуярь их нахуй. Ёбаный в рот, а чё за хуйня? Время побегать! Нихуя, блядь, стан. Время, блядь, побегать, а всё, пизда хули, нахуй. Придётся, сука, бегать, так теперь опять стрелять, нахуй. Сука, там вы чё, да? Курю ублюдки, фрицы, посмотри, чё, нахуя подстрелили. Ишаки ебаные. Чё, говорит, там в точку сбора надо, да? Сейчас придём, надо. Что-то нихуя не пойму, они что, нас тут подокружили, что ли? Там, блядь, стреляют нахуй. Держите, суки. Враг уничтожен! Ура, бля, уничтожен, нахуй. Так, что я не туда прошел. Надо на звездочку, наверное, двигаться, я так понимаю. Я присяду нахуй. Чтобы сильно нас, если что, не зацепило. Так, это свой сидит тут, нахуй. Ёбана, нихуя себе. Чуть не перестрелили, нахуй. Я бы не подам этому плюсу урок. Забудь, Макгрегор. Точка сбора впереди. Нас окружат, если нас останется здесь. Двигайте! Сука, со всех сторон хуярит. Нихуя вас там сколько, ебать. Гандонов, сейчас мы вас нахуй перебьем. Зарядиться. Вражеская пехота! У столба!
Так, спасибо, кто досмотрел до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем писать комментарии. Всем счастливым.